Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Вузи, и мы находимся в игре Turm Oil. Ссылки на плейлист с прохождением игры, мой Steam профиль и другие, как всегда, в описании под видео. А мы продолжаем прохождение игры. Итак, в прошлой серии мы добыли больше всех, хотя и земля была скудная, и месторождений вообще маловато было. Но в этой серии нам, наверное, надо будет зайти к мэру. Сначала проведем земельный аукцион, а уж потом пойдем на фондовый рынок. Так, а где я был? Я вот это вот себе брал. 30, да 30, это не так уж и плохо. И все вот вокруг меня, да? Толпились. То есть у меня еще не такая уж и плохая земля была. По 27, по 20, 20 у кого-то было. Отлично. Фондовый аукцион. Старт. О, да я думаю, я тут куплю вообще... А сколько? 1% акций. 1%, да ты шутишь. Вот это ты шутник. Ну, я не знаю, тысяч за 10, наверное, дорого. Ну вот, как дойдет до вот этого, до Рикардо, я думаю, тогда уже и перехвачу. Буду держать руку на пульсе. Ну да, это в районе десятки. Да, за 10 500 я взял 1% акций. И теперь мне надо улучшение. И улучшение я хотел размер табуна. Точно? Наверное, точно. Ладно, пойдем поглазеем, что у нас там за земля. 5% акций у меня. Теперь у вас может быть максимум 20... О, 25 повозок, это куда мне столько? На D будем нажимать постом. Ну, а остальные еще. Итак, ставим вот здесь, наверное, вышку. Пойдем влево. Не знаю, насколько... Ух, я прям сразу попал. Цены, конечно, адские. Так, мне две повозки-то хватит? Че ты туда-сюда ездишь? Давай уже. О! Сейчас 750 накоплю, и вообще огонек будет. И пойдем дальше тогда развивать нашу нефтевышку. Пока одну, а там уже будет видно. И еще бы мне скорость прокачать, но для того, чтобы скорость прокачать, я прокачаю толщину трубы. Теперь повозки у меня... Более такие вместимые. Блин, а сюда еще можно, значит. Ладно, посмотрим, пусть пока ищут. У меня тут нефти-то много, дайте-ка я посмотрю. А мне, может, там нефти вообще кот наплакал. Хотя и цена. Ну да, нефти, конечно. Не особо здесь. Пойдем сюда. Да жесть, еще одного надо нанять. О, отлично. Прокачаем. И подождем тысячи. Так, теперь с ценами главное не проморгать. Справа падает, слева поднимается. Все шикарно. А здесь у нас крупное месторождение. Такой себе, в принципе, второй трубы должно хватить. Все сюда продавайте. И сейчас я себе постараюсь купить скорость. Мне должно хватить. Повозки должны будут побыстрее ездить и совсем справляться. Отлично. Все, теперь вот... А, я не понял, ты что тут лапы машешь? Ну, давай сюда. А ты где машешь? Не понял. Отлично. И тебя сюда. Здесь мы на троечку прокачаем. Здесь на двоечку. И здесь на двоечку. Пусть добывает по-быстрому. Еще наймем. Пусть пятеро катают, продают. По доллар 15 меня пока что устраивает. Все, хорошо. Здесь прям пошло все воедино. Две двойных трубы, одна третья. Супер. Все. А, больше ответвлений не могу делать.
Ну, у меня и нефти-то на самом деле. Иди сюда. Не так уж и много. Здесь на карте ты где? Ну, давай мы тебя сюда тоже. И одна вышка. Ну, вот так вот. Все, больше у меня нет ничего. Поставлю, наверное, один резервуар. Пусть двое продают. Хотя не. Сюда один пусть пока продает, а эти пусть наполняют. Так, тут у меня все качается. Здесь вообще большая. Что-то я так подозреваю, что она довольно крупная. Вот так вот. И тебя просто улучшу. Я прям все на тройку прокачаю. Мне бы в минус не уйти с такими прокачками. Может, я зря здесь не так уж и много нефти, чтобы на нее столько тратить. А здесь что? Здесь тоже не так уж и много. Ну ничего, сейчас мы вот это вот выкачаем. Здесь по-любому надо улучшить. Вот, продавайте все. Один пусть дежурный стоит. Пока вы там все ездите, один дежурный будет наполнять резервуар. Да, если сейчас это еще, то надо второго дежурного. Ну, как все быстренько. Да, я думаю, я успею все сделать. Отсюда бы выкачать успеть. Резервуары наполняются. Ой, сейчас нефть просто. Я даже собирать ее не успеваю. О, пошло, пошло, пошла жара. Жесть. С такими трубами, конечно, жестко, жестко. Все, здесь закончилось. Давайте еще сюда пульнем. Пусть через две качает, какая разница. Все, сюда пусть один продает. Ждем тогда повышения цен. И поставлю еще резервуар. А лучше два. Отлично. Все, тут сейчас тоже жара пойдет. Здесь он как быстро выкачивает. Сейчас я все резервуары заполню. Бедненькая одна вышка. Она прям пыхтит во всех. Не, ну а чё? С одной удобней. Все лошади здесь. Логистика работает быстро. Это не на 10 вышек. Где логистика путается. По 0,80 здесь растет. Слева растет, слева растет. Тут что-то встало. Ни вверх, ни вниз. Давайте мы вам еще резервуар поставим. 5000. А, тут тоже растет. Не, сюда не надо. Вот давай вот сюда. А за доллар так вообще попрет. Да, уже далеко приходится ездить. Хотя, я думаю, они должны успевать-то. 0,97, 98. Все, пусть все продают. Трое только дежурных будут. Чтобы разлива не было. А ну-ка. Увеличить еще на побольше. Что это такое у меня тут? Кое-как, еле-еле. Пусть еще продает один. Двое дежурных. Или одного оставить дежурного. Да не, пусть двое будут. Ну, нефть пошла прям с двух трубка. Быстро-быстро идет. Это хорошо, я сейчас всю нефть так выкачу и опять досрочно завершу. Ну, по сути, бонусы по 1000, которые мне дают, они меня вывозят. Потому как, ну, земля опять скудненькая. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть месторождений. Это не так уж и много. И они не такие уж и крупные. Поэтому все, нефть у меня закончилась. Можно все продавать. И смотреть уже доход. Ну, ладно, я... По 0,70 продал, да ладно, тут уже смысла не было. Нужно найти алмаз, а где я его найду тебе? Алло, крот, а у меня крот, наверное, на алмаз не прокачивает.
Ну да, давайте завершим тогда, отказаться от земли, остановить уровень. И где алмаз? Алмаза не было. Где скриншот? Нету алмаза, где алмаз? Нужно найти алмаз. Опять 3000 бонусом я получил, 25200 вывез. Неплохо, я думаю, с такой земли-то. И итоги больше всех. Ну а эти почти что в один уровень все заработали. Ну, Рикардо, как обычно, отличился. Он прям какой-то этот жесткий тип среди них. Ну что ж. Да, да. Жаль, конечно, что земля в этом видео мне досталась такая себе. Ну, ни туда, ни сюда. Вроде бы, как и много месторождений было, а сами по себе они были маленькие. И всего я напродавал на 20 с лишним тысяч. Ладно, посмотрим, что будет в следующей серии. Аукцион земельный, фондовый рынок, сколько акций смогу купить. Ну а на этом данное видео подошло к концу. С вами, как всегда, был Вузи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!